Шелест, и так херово слышно, ну очень. Кота нет, нету 5% крита. Олег, у тебя справа есть, короче, микшер громкости. Спасибо. Вот, блядь, так сейчас гусь, надень нормальный шмот. А сейчас? Спекнись. Нет, так же. Че, тебя слышишь, что Олег Весинст в 226 шмоте будет бить? Ракшас, который. По агру не хочешь срывать, значит, блядь, следи за ним. Че, у нас фурика нету? Че вы ругаетесь-то, блядь? Нет фурика. А у тебя есть сова, Ром? Ну я в сове. Ну типа... Здесь а, просто убиваем, ну, или ачивку делаем? Просто убиваем трэш, все, ничего сложного. Потом начать никого успеть не собрать. Я могу там до конца на фурике пойти, а потом может зайдет кто-то. Чем че убивать этого босса? Я спорим, диспель сам себя. Хорошо. Рык сейчас наденешь потом нормальный шмот, но и так у вас один человек идет. Не знаю, что меня плохо слышно. Вчера было нормально, да? В наушниках да. Нормально слышно. Не, его тихо слышно. Нормально слышно, но тихо. Если кто-то одновременно рот открывает, то вообще нихуя не слышно. Согласен. Слышишь, Ваня, кинь этот матрас на разбор. Такого не могу. Даем только хилим. Вот сейчас стресс исчезнет, и можешь ворваться. Ой, на пушки-то никто не нажимает, ладно, я нажму. Так, 19.40 ночи. 40 утра. Раз. Там еще. Кинул. Там танки ужите и идите к этим штыкам. Где он трэш? Где побелька сама конечно? Она скоро снова взлетит. Давайте рост. Давайте рост. Димон, ты понапуливай на него, ты что-то какой-то он вялый. Да. Че, она улетит еще сейчас, да? Не-не-не, все. Полета. Итого мы потратили на этого босса 4 минуты. Да мне нравится, а то как раньше я два раза был в ульде или три, и мы по полчаса тут, блядь, сидели. Дай голову, дай голову, дай голову. Да-да. Спасибо. Шли дальше. На этого красного голема. Дай спинку, пожалуйста. Бау, кини на архопалу поперу. Так. Да, сейчас. Ролим спину. Может это за та спина. Вот это спина. Можно я на минуту отойду попущу? Кушать хочу. Принеси к столу, ты пиши. Вот я говорю, минуту, пойду поймать. Ну давай быстрее. Какой тебе спину? На арм? Да, для транспорта подходит как раз в краске. Да, ролл. Дайте я даму зачарю. Тебе она надо? Я тоже хотел красивое. Чё там еще? Нельзя передать. Дай. Ролл. Кушин с вином, сука, алкаш. Случайно, это, ну,
Их мобов половину станьте во время каста там. Ну, смотрите, дай поезд блин. Можно дробяшку, если не нужно? Так Виталику не надо, он просто так ролит. Давай, я ж только что давал. Это, конечно, передал тебе вещь. Ты зачем ты отменил? Ну что-то шел. Дребляшка, кому-то надо? Находи меня и кидай прежде, блин. Мы уже потихоньку вперед и Адель следующий трэш. Все четыре моба собирай и своди вместе все. Че я тут-то? Молодец. Еще раз стоит, да? И сначала. Тихо, не пойму. Да! Спасибо. Слышь, Слав, ну что там на ванере докачался до 8 до кого-то? 50 или 60? 50! Так, мы все не то узнали. Вон, Войд может на вара зайти, а мутант в БДК пойдет. Я позвал мутанта, но на слезы нормально вообще. Славить на вара, например, зарет. Или нахуй пойдет, как обычно. Давай, Войд, врывайся, бля. Слава, извини, брат. Слава, не удаляй. Все, давай, пуляй. Блин, а то он уже обиделся. С одной шутки просто тип заводится. Блин, шутки нормальные. Я не очень. Да ты че, он мне сегодня грозился ебальник приехать с вами. Он мне каждый день грозится. Войд, где твое агро, братан? Хорош, Войд. Конченый танк. Кстати, потанче лучше. Агро на демоне 7 секунд. 8 секунд. По-моему, Слава поставил всех, обиделся и ушел. По-моему, просто конченый танк. Ну вы его троллите, он обижается, происходит вот это. Если не нравится, делайте сами, лучше играйте танками хилами. Приходит. С РДшкой сидишь, кнопочки тупо тыкаешь. Потом такой, о, танк, мудак, сорвал. Давайте я зайду танком. Лишь бы Ваня так не шутил больше. Фу. Да все, там танк попадает. Можно взять. На самом деле Ваня еще нормально шутит. Вот у меня не очень получается, бля. Вообще кто? Не хз, кто это? Мутант, зайди по танчу. Это разве не садает в человек? Не хз. Ну, жмук. Хз. Ну, а ты кто такой? Я маг. Садает? Не, я чернокнижник в реальной жизни. В третьем поколении был. Не помню просто тебя. Бля, Войд, забери моба, сука, он меня в этот взял. Войд конченый. Войд, тебе поп? Так, поднимите мою. Три не упал, не? Нет. Ой, красивый топорик. Ты сколько, Олег, еще два, да? Нет, один. Так. Спасибо за гильдию. Бро, надо кому-то. Ладно, Джей, пускай идет Джей. Топор. Топор. Топорик, Савик. Савик, продам топор за 8000 злот.
сейчас шкаф надо поставить, надо сумануть. Если хочешь, заходи на вара. Это войду, я говорю. Вот, короче, домок. Тыкните сумон, это, косаку давай сюда. Тыкните давай в танка. Будешь сейчас танчить трэш, и трэш после робота потанчишь тоже до света. Сдайте. Мы сложный или обычный режим? Нет, обычный режим. И поставьте стол, пожалуйста. Пати. Тыкайте на сумму. Пиздец, блин. Сервер фризит. Спасибо. Стабаф, лапу, интеллект, повару, и ты запускай босса. Лапу бафнером. Ну там, иди запускай босса-то. Действуй, как ты слышал. Так. Давайте сливаем сердце до ляма. Потом бьем трэш. Если кому-то надо, чего с этим, с инженерием. С бомбами. Блин, Олег, я вообще никогда не слышно, если честно. Ну потерпи час еще. Чеги, что-то бубнит сам собой. Олег, выбегай. Говорю, надо кому-то ачивы здесь, инженер. Вот. Он напрягся, все усилия приложил, но слышно так же. Спрашивает, надо кому-то ачивы с инженерией, там еще с какой-то залупой. Давай, пей. Бейте сердце до ляма, может тоже сказать. Бейте сердце до ляма, можешь тоже сказать это. Бейте сердце до ляма, можете тоже это сказать. Кто еще следующий скажет, петухом будет. Дети на! Слева, давайте, хоть я 50к бью, как так? Да стойте по сердцу, сейчас хэмку запустите. Фу, ебать, мутант. Такой петух вообще, как в огроне улежал, слышишь? Ну вообще... Кого теперь бить? Бейте трэш. Надо трэш слить потом босса. Бить нам вот он бить. Да, Виталик? Чё-то танки не очень, да? Ну там зайти не успел, но... Ебаните или чё? Два протопала, пойди. Давайте, добивайте босса. Сейчас опять сердце появится. А почему ты меня переспросил? Я у тебя с чем-то сыры вас. Заметили, кто сдох единственный? Ты что на славу знал? Прошу заметить, кто единственный опять сдох. А все, хватит, не накаляй ситуацию. Ты на тот пост, где надо что-то накалять. Можно, пожалуйста, узнать заранее, какой босс, где можно на этот накалить? Юксер, бейте сердце. На фул его бить? Не, до ляма. На 30% стопаете и переключаетесь в трэш. Чё трэш вышел, не бейте. Вешается. Почему я 40к бью? Бейте сердце, бейте трэш. Слышите, не забейте уже, все, не бейте сердце. Ну потому что на сердце получаем урон увеличен, там на 100%, посмотри, там написано. Не бейте сердце, алло. Старый лепа долбит ведь, усирается. Давайте дальше идем на совет. Когда ты мне не кидай, у меня уже 10 штук в банке. Уже не знаешь, куда девать, блин. Давай, не продашь. Ты же понимаешь, что я сегодня войду еще ни слова не сказал? Куда портоваться? Самый последний вестибюль.
два ремонтника, в овцу Айкен, блин, кейтини и этого голема с закаленной железо хваткой. И все играйте в голема, точечно, только без масс. Пиздец. Ремонтник, останьте паладина. Слагают? Да, визит жестко. Интернет, ты что, неистовство забыл вроде? Походу на то. Да, я ударил два раза в моб, он на меня уже сорился. Вставайте в ноги. Блин. Можно Войда на секунду в другой канал перенести? Мне пошутить надо. А это типа без тупых рейд или как? Ну, если я буду убивать 90% без пути. Ну почему ты доводит с нами? Блять, Виталик! Я сдерживался со всех сил! Нахуя ты на меня намекаешь? Есть тут один человек, который не успевает добежать до черных порталов за 10 секунд. Алина, как дела, Алина? А что ты на Алину подумал? Да, это не я, ё-моё. Ладно, сейчас мы вычислим его. Сразу Алина. Блядь, ну тут вроде больше никого такого не вижу. Слышишь, Олег, спешу сообщить, мы тут два хила не захилим, если хэм режим будем делать. Ну и не хэм режим тоже не захилим. ДЦ ардру по-любому надо. Что хотел сказать Козырю, спекнется в ДЦ. Мне спекаться? Нет. Спекать? Лучше. Козырю пускай лучше в ДЦ спекнется. А мы сейчас хэм будем делать? Козырь для всех боссов в ДЦ вроде бы. Жесть. Может, вот эту фигню сделаем? Так, давайте так, убиваем последнего жирного звездочка. Сначала убиваем квадрат Брундир, его танчит мутант. Потом убиваем кружок, его танчит Этернити. Звездочку танчит неоспоримый. По команде скажу, когда выйти на рейндж и дать сакру. Когда будет эта желтая лужа в комнате, вы выбегаете с нее. Может, не спекнуться в хила все-таки? Не надо, тут три хила. А хватит, тут ДЦ все решает. И решает ваши реакции. Вот это, блядь, вообще напрягло сейчас. Давайте бафы по локу. Каску там, приступав. А на каком чаре мизантроп сидит? Что-то я не вижу. Таргарин ДК. Сейчас. Не, если ты в нем сомневаешься, то лучше не бери. Ну, если просто убивать боссов, то можно взять. В косаку.
Три танка, кто там танчит, держите на этих больших кругах, вот в комнате, которую далеко не уводите, там в конец комнаты. Так, Каменс. Ладно, без Каменса, погнали. Гуляйте, босс. Кого бить? Маленького пиздюка. Разбивайте косты. Получите очки. Первый спит. Сейчас звездопадом можно бить-то? Да, можно. Да-да. Сейчас каст будет. Приму диспель сам себе. Диспелю, диспелю, я же не такой тупой его. Да, да, я сбивал. Второй сбил. Били. Я косноречие повесил мне. А вот сейчас уже сбил. Так, идем бить этого кружочка, становимся все в синюю ауру. Когда он повесит на себя рунический щит, то у нас надо будет разбежаться. Расходитесь уже прямо сейчас на рейндж, расходитесь. Сейчас будет желтая ложа, давай сакру. Вышли все с желтой ложи, зелеными. РДД, остановитесь все на круг, там вас не будет задевать друг друга. Идеальный бау, идите чуть дальше. Бау Макс за Ленина, потом поздно. Давайте просто убиваем босса. Агро следите и хилите, только не спринимаем во всех его. Какой, о чем ты агро, блядь? Тут БДК, блять, при таком агро сосут нервную сторонки, блядь. Каст, каст, на каст диспелл, это протокол. Да, я. Близко. Так, сейчас меня рейсните. Без прямой, убегай в сторону скорее. Не надо. А, что надо? Сейчас. Кому? Вот этот ключ. Ролим. Давай. Ну, у меня просто, я не могу встать, там 10 секунд пишет. Или он у меня есть, я не пак. Короче, ты посмотри, там... Володя, если ты его увидишь, то... Нет, я вижу. Не, нету, нету. Ну, в смысле, не вижу. Есть у меня так. Ну, фокосаку вин. Это куда, к Калгалону ключ, типа? Угу. Это не ключ, это квест, надо 4 штуки сделать, потом будет ключ. Да, это риски сыграть. В комнату никто не заходите, на лестнице поднялись и стойте у шкафа. Давай, шарик. Чё, без смертей сделаем наконец-то этого квагарда? Блядь. Ну давай попробуем. На, забирай. Миллиард паладинов. Так Ваня уже забирал. Потом танчим. Нет. Давайте хотя бы бессмертие его сделаем, чтобы руки взорвем потом тело. На ачивку. Ну, мы типа каждый раз пытаемся его бессмертие сделать. Хуже. Протопал есть? Да. Кликайся протопал. Самое главное руку встать и забрать вовремя. Четыре танка, поочередность как танчить. Первый мутант получает стак. Неоспоримый забираешь, получаешь стак неоспоримый, Этернити забирает, потом Поклонский забирает, и так по стаку поочередно. Раз, два, три, четыре. Должно хватить. Сливаемся сначала
Сейчас. А, дайте еще бафы. Меня не показывают руки, но вы догадались, что надо правую слить, на которой написано правая рука. Потом если чего руку поставлю. Высекла ты рыба? Угу. Кто там манурек бафает? Дайте по хантам манурек. Пипет бафает манурек. Я просто... Подожди, Олег, перекинь ему это в первую пати там всех танков. У меня глаза разбегаются, я со стандартным фреймом хилю. Вообще от души. Так, у нас козырь, ДЦ, пипер, хэпал, рестер, шаман, фукасак, все этого хватит. Каменс, Этернити, Джей. Мутант первый танчит Эршам и ДЦ, на него щиты кидайте. На минус физурон там и так далее. Мутант он ушел. Ушел рейд за мутантом. Каплю не кидать на него. Все играют правую руку. У меня спрямь забираю босса. А тут звездопад можно давать, че не? Да. Только не на трэш, то умрешь. Не страшно тебя. Пойдет и ты умрешь, короче. Все, играйте в левую руку. Следующий забирай. Этернити забираю босса. А, да, протопал вы можете кидать капли на мутанта, кстати. Только не же трики. А свободные танки могут обломки забирать? Да. Следующий забирает. Желательно забирать. Все, играйте в босса, сейчас появится потом правая рука, все в нее. Паладины, которые не танки сейчас босса, забирайте обломки на себя. Сдавайте до говна. Кто сейчас танчит? Поклонский? Сейчас Поклонский. Правая рука. Все играйте в правую руку, прожимайся. Прожимай это. Поклонский. Следующий. Следующий. Сработал. Держи каплю вот так. Ты подожди, у него спаса била. Нет, нормально, пускай танчит. Ой, сейчас мутанта ваншотнет, забирайте другой. С мутанта забирайте, не спримь, забирай с мутанта. А ну, как еще так? Хуй его снять. Блять, да, даже типа ревностному похуй было вообще. Причем БЗ отдал. Гц, пацаны. Спасибо. Да хилы просто не шарят, короче. Да нет, там ваншот. Ну да. Бля, надо было вас не слушать. Слышал. На нем там дебаг висел на 100% урона. Он его ваншотнул. Песня. Спасибо. Дай за это песни. Не. И мне одни, пожалуйста. Пароль. Давай пароль. Изи. Изи. Так, иди пока трэш слейте справа. Давай вторый на ролл. Ну, с этот камень свои ролл вторые. Я пока не могу использовать эту способность. А ну кинь ролл еще раз. Видишь, сразу выиграл. Давайте, это тоже можно делать без смертей. Паладины, вы знаете, как прописать макрос на дикого защитника? Когда он появится, может макрос и защитник будет на вас. Да наверх поднялся, ребят. А сразу затаунтить нельзя? Так, неоспоримый поклонский термин, танчите трэш, мы его сливаем, а потом зарбим босс. Давайте быстрее добивайте трэш. Пристабав и лапу. А убей меня, хапал. Трэш алит, ё-моё, бля. Там в мобе вон плечи кольчужные, ребят. Сказал бы босса сагрить, я бы сагрил босса. Идёмте на другую сторону бить трэш.
Слышь, псих, ты ёбнутый? Ты куда изначально побежал, блядь? HD, я сейчас бегаю. Я говорю изначально. На Хадира. Сука тупой. Ну чем тебе не нравится Хадир? Здорово. Танки, разбирайте трэш, играйте сначала в трэш. Вводите трэш от трэйли. Разведите трэш, разбирайтесь в трэш сначала. Надо трэш сначала слить. Пиздопад можно? Да, можно, знаю. И все становимся под БДХ, который танчивался. За трэйли, да, антифир на мутанта, козырь на пепел, клик на... Я могу бабл прожать, если чё. Конечно. С мелкие будут. На секунду. Вот, видите, слушай, дикий защитник уходит. Играйте все в дикого защитника. Подключились в дикого защитника все. Быстрее играем в дикого защитника. Все, можно не играть. Питер Крас, блядь. Сдать или не надо? Чё? Подпугни босса на главный эсприм. Сбил каст. Забирайте защиту. Убивайте босса. Вставить звезду. Босс будет бить лучом сейчас. Идем на Хадира. О, а можно мне колечко, слышь? Сейчас, подожди. У всех жутко лагает, да? Кстати, если плюс 0 будет, сегодня сможешь сделать ванир. Жаль. А знаете, где не лагает? X5. Это типа намек, пошли на X5. Ну вон хант вендетта нормально, блять. Ай, конченый ульдар. Маните, пожалуйста. Бля, кто по сугробам ходит, гпшечку накидывать. Начинать с 200. Ты в прошлый раз сам по ним ходил. Блин, ничего сейчас такого страшного не произошло, только чёрт. О, красава, старый репо, можно гпшечку ебашить. Специально просто рядом с ним пробежал и выположил на все. Да, блядь, даже если ты не наступаешь, надо оббегать.
там рейндж все равно будет срабатывать, это ловушка. Он сказал не наступать. Ну не наступил. А, давай проведем анализ. Смотри, следите за звездой. Подожди, меня нету, я не могу. А, нет. А чё он не вылазит на плык, кстати? Он ближе прошёлся, потому что... Не, он... Потому что... А, из этого нету, кстати, да, это баганый. Это баганый. Будущий не согреться. Все, сука, идут, проверяют, охуевшие, блядь. Давай, давай. Где мы еще походим по сугробам? Если кто вылезет, тому ГП. Ну вот, смотри, а ну-ка. Это тоже баганы? Нет. И звезда стоит. Ты же ушел за стенку от рейда, блядь, говорит, смотрите, где звезда. Сюда выходят черви. Ты заебал Хагрид, блядь. Еще какой-то ДК нахуй своим этим, блядь, вурдалаком ебучим. С того дальнего сугроба будут черви? Да. Пацаны, вам по кайфу? Суки. Смотри, вот я сейчас не сагрю его. Смотри. Ну да, ты сейчас у меня сведёшь. Ну, видишь? О. Психопат. Так они не... Ебанём 200 гп, блядь. Тварь. Не, ему можно, конечно. А чё, Олегу можешь типа тестить, а мне нельзя? Да. Чё за смысл у него? 6 чаров. Вы все фулбисы. Нет. Куда можно? Обходите подальше, видели, что происходит? Ты рядом стоишь с ловушкой, она все равно срабатывает. Так, а чё? Дайте я кожу кому, давайте все сугробы расчистим. Чё ему ромыч от этих ГПшек? От 2-3 сотни. Надо ебашить 1005, нахуй, тогда поймёт. Почему ты меня ромыч назвал? Я даже не пойму, вроде как-то обидно. Так, в твоем случае был комплимент. Ваня, блядь, на меня сказал. Точнее, меня перепутал с психом, блядь. Думал, что это я Войда как бы обосрал, блядь. Этот срон, блядь. Да, иди сукроп, короче, я бы все равно не сорить. Нахуй я сюда танком пошел, блядь. Красава, Че, все, Ваня не вернется, да? Да, Ваня ушел. Кто-то может зайти на шаманы? Я могу. Сейчас, подожди. А, в принципе, я могу на шаманы зайти. Успеть в Вардруву, мы тут вдвоем захилим с тобой. Че, он просто так офнулся из-за того, что мы Войда обижали? Или из-за сугробов? Из-за сугробов. Мне кажется, что-то по-пидорски. По-пидорски, блин. Мне кажется, это из-за плюс ноль люди не пришли, да? Блять, самое интересное, что есть в этой у людей. Нету маны, дайте рыбу или стол, что-нибудь. И слезы самое интересное. Нет. Макс Бау, кинь братишки Инер, Джей. Да не надо, дайте вот стол кастует, прости. Он стреляет, это делаешь. Он на арене еду не берет, эта тварь. А здесь он еды хочет. Нахуя она нужна на арене? Как ты есть в 2DD собираешься? Ты конченый, что? А если я сдохну? В смысле ты сдохнешь? Я тогда тоже сдохну. Тут один танк только, мутант. Остальные спекайте в 2D там. Нету. Ладно, интерните тогда спекайся ты в 2D. Знаешь, когда, Рома, можно есть? Когда у тебя фростмаг, напарник Содор, вот тогда можно есть. А когда Димон, то нельзя есть. Так, ну все, все готовы. Надо запустить НПЦ. Давайте разбьем сначала ледяные вспышки, потом боссы. Постоянно двигайтесь. Танк, ты тоже собираешь? Танк, ты тоже собираешься бафы положить? Зачитается. Так, нам нечего
все, я быстрее. Потом ты включил быстрее. Вы все дорвали, Сагро, Олег. Хуй за это, боже. Большие метки будут. Сейчас большие метки будут, смотрите внимательно. Далеко не отбегайте от них. Смотрите, большие метки появились. Рядом с ними заходим, рядом к ним. Бежали и там бегаем. Внутри бегайте, бегайте, не останавливайтесь. Давайте, пришло время разбить эти склепы на НПЦ. Сливайте сначала склепы. Они баф дают. Ну, звездочки. Рядом со звездой тоже один склеп. Золотучка на меня, подходите. Я под босса. Выбежали с меткой. Забегайте в метки быстрее. Быстрее забегайте. Двигайтесь. Сейчас надо будет форсную диспелить. Готовьтесь. Будет. Давайте опять склеп играем. Надо в склеп посылать. Еще где-то было. Вроде бы все. Беги, малышка, беги! Забегайте. Вот сейчас надо здесь пылить на противоположный. Так, бесценный вклад. Ой, мороз, мороз, похолодание. Блять, невероятно, нахуй. Как можно было, блин, провалить последнее чего с НПЦ? Жесть. Дай колечко. Дай трэш чистить. Мутант, там зло, не сприм. А кто там хотел пойти, еще кто-то плюсовал? Спекни пока Этернити, мне отойти надо позвонить. Спекни себе. Роль, плиз. Эй, залей маны Этернити и пойдемте танчить. Мутант так ли двоих? РДД. РДД. Хорош. Там внизу и танчи. Там внизу и танчи, Ваня. Защитник, воин, охотник, шаман. О, здесь можно сделать походу действия не стоя под молнией, кстати, если хотите. ХМ сделаем. А можно ХМ, Олежка? Нет. Олежка, ультима. Наша ПДПС все норм. Да не, нихера у вас не норм ПДПС. Ты глянь ДПС. Войда. Сравниваю этого босса со следующим. Там не будет ваших баф. Да что ты слышишь-то? Кто следующий на расходе? Кин, блин, кидай в левого овцу, братишка. В левого. Нет. Ну там, а где право? Порчу. На него порчу повесили. Блюдки. И палят цефир. Куй, начинаю. Алина, не различаешь? Лево-право? Ну я сразу, ты еще до того, как ты сказал, я повешу. Ага, конечно. И вот не надо вот сейчас вот... Я не могу. Мария зашла, сразу сюда прибежала, кинула. Че ты это начинаешь? Да.
Давайте без смертей попробуем. Сколько ИП заработали? Сколько мы уже ИП заработали? Двух задних контролей магии. Ханты ближнего. Ближнего агрива не. И двух задних контролей. А чё мы не палец скинули? О, отлично. Я скажу, что это она запустила. Мутант, ты знаешь, что делать, брат. Кто в комнату желает? Я. Алина запустит босса по-любому. Да нет, у меня вешка уже будет. Не повешал. Блин, дам 100 тысяч золотых, если запустишь. Поэтому я скил остался. Че ты не хочешь его сделать? Но если вайпнемся, кинешь ГП и линии, все. А кинешь на ГП, если не вайпнемся. Ну вот, слышал? Но мы не вайпнемся. Без смертей давайте попробуем. Но без смертей мы не сделаем. Это 100%. Смотри, я ставлю миллион, что вот в комнате сдохнет Серсея. В комнате очень просто не сдохнет. Либо какой-нибудь хилик там сдохнет. Ничего не, конечно, не имею против хилики. Вау, Джей, киньте и на хп вот босс. Помнишь, как ты водил босса на Ачио с настой погнал, как мутант, не помнишь? Вот так же ты будешь водить босса. И на хп громче. Да. В комнате ты козырь, Джей, мутант. Хилика. Это 4. Войд Кипер 5. Сатарера 6. 6 человек идут в комнату. Куда ставлю миллион на Войда? Так, все, я здесь, я в комнате остаюсь. Да, в комнате оставайся. Поэтому маг в инсте добежать не может, вот бронист. Если мы запустим, там рандомная молния может быть. Не бейте, блин. Что делаем? Не бейте моба. Не бейте моба. Сугинь его вообще. Это не породистого, пока не будем сумонить. Не сумоньте его. Ладно, все, он сейчас. Ладно, ставлю 100. Что-то там, что он запорит вам не стой под молнией. Чек на пул. Вдруг на Войда, что он без смертей. Слышь? Или в одного? И ты рантиспекайся в ДД. У него бой, скорее всего, из-за моба. Ай, блядь, похуй, короче, убивайте моба. Блядь, зачем? Спримы, ты в комнате, кстати, брат. Не знаю. Снаружи. Я знаю. Ромчик, ты ж хочешь, чтобы эти сиськи скинули? Ты знаешь, что сделать в комнате надо. Дай чисто на папер, Олег. Сейчас. Короче, метку буду ставить, кто не в комнате, кто снаружи. Защитник приоритет всегда. Моба будем контролить, нет? Блять, контроль. Все равно, как хотите. Лишь бы быстрее убить и... Все. Ну там 20% хесты, все дела. Так. Контроль. Защитник, вы же убейте защитника, ребята, защитника. Оставьте всех. Такое там, только защитника бить. Ну вы будете контролить, нет? Я его не буду. Завоевателя. Виталик, контроль завоевателя. Я трусы поставил. Контр его иди. Киньте трусы. Ну где тут трусы похили? Или что-то хили. О, по ним стан проходит, ништяк. Защитник, защитник, ребята. Защитник останет себя через стан играет. Он ваншот не трейд. Его дизармить может. Да,
этот офигел, чувак, когда ты это сказал, что в дизарме можно. Так он просто под кайфом сейчас. Этого завоевателя убивайте. Окей, понял, что если каких-то ответов под кайфом становишься. Он меня даже не слышит. А че меня прям стиль игнорирует? Честно. Не бить, не бить. Защитник. Ребята, защитник. Ну захиливать, я отдал сокру. Эту способность. А чё, хэм будет, не? А, Алина, хэм будет, не? Я внизу. Мне не пустить номер. Убейте. Ну я Джеймику приложил, если он запустит, сейчас посмотрим, где он. Если их сливать, массы можете бить. Макс Бау, да, именно попал, принес. Защитник, я кружок поставил, ребят. Быстрее, быстрее. Я там контроль запарю, не стой под новым. Может быть. Да в центре стой всегда, все. Че, отменяй контроль. Если танки будут правильно танчить, то в центре, если ты будешь стоять, ну, не запоришь. Бля, я ростом, сука. Контроль завоевать. Что-то можно запускать уже? У меня ДБМ, короче, не показывает, по-моему, можно запускать все вниз. Контроль завоевать. Защитник, защитник, ребята. Защитник. Бейте трэш, потом... Круг. Кружок бейте сначала. Потом босс. Этого завоевателя сливайте, сливайте, нормально все. Нет. Центр, все в центр. В трусах. Да, в центре стоите. Сейчас ваншотнет кого-то, разряд молнии 3 секунды. Наберите раньше. О, я говорю, блин. Мутант забирай. Короче, я хотел покинуть мутанта SS1 уже по сложению рук. Но я нажал SE. Бах. С хилы? Все? Бах. Подымите хилов, пускай похилит. До хили до конца. Смогер, отойдите. Эй, дай мне наркопалу. Сама специально-то встала. Как так-то? Я красный крыш. Поднимите меня. Блядь, считай, я проебался немного. Чё, бой висит, блядь? Ивент. О, колечко. О, голова. Дай голову. Идемте, там сейчас Фрей. Пошли на Фрею. Кольцо. Нет, это кольцо на Мельника. Понял, да я просто бич ролл слил. Сука. Так, башка на покорителя. Давай. Да. Вот это ролл, да? Неоспоримого ролю. Неоспоримо молодые, братишка. Не знаю, ролить в гей-рейдах на других персонажей. Почему вы покорителю вообще ролите на неоспоримого, блять, как? Во-во, блять. Неоспоримый, теперь ты знаешь, за кем выезжать. Войдом. Войд, я еду к тебе, брат. Помогите кого-то добрать. Нажми S1.
Да. Как можно вообще так один? Я не знаю. Я на Shift Dev цац. Это ты начинаешь идти назад и хилишь? Не, не S1, а Shift 1. А, чёрт. Перепутал. Что мутант меня хочет? Ты голову хочешь у меня забрать? Серега, фейка сдай, пристабав. У кого это рост был контроль? А чё Фрею как будем хэм делать, не? Да, просто зерк хэм. Макс, дай лапу или Ромыч. Рыдовску. Не выкупаю, каких степях. Блин, ребята, вы смотрите, я не умираю, у меня все время бафы спадают, Пайпер. Почему у меня спадает монорек всегда? Брат, не ко мне вопрос. Держи прото. Оно тебе поможет, нахуй. Со. Вано, давай вытягивай кружочек, дерните всех остальных. Пейте круг. Отведи подальше. Веди подальше растет. Блин, мы в 19.40 пульнули острокрылы. Тут что осталось 4, по-моему, босса или 5? 3.